Земельному участку на улице Крымской, 150, где расположено аварийное здание военкомата, присвоен вид разрешенного использования общеобразовательной школы, начальной школы, детские сады ясли. По соседству скоро начнется строительство нового детского сада «Орленок». Объединить два участка и таким образом увеличить территорию для дошкольного учреждения – инициатива главы Анапы. Сегодня Сергей Сергеев подписал соответствующее постановление. 21 декабря 2016 года были проведены у нас публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1234 квадратных метров, расположенный в городе Анапе по улице Крымской, 150. Этот земельный участок был под зданием военкомата и перевели его под детские садики, под школы. Эти участки будут объединены, это было поручение главы, и будут, естественно, будет увеличена площадь застройки этого детского садика. Современный детский сад не будет стеснен и станет украшением центральной улицы. Поручение главы Анапы – сохранить профиль учреждения. В «Орленок» получали путевки малыши, нуждающиеся в коррекции зрения. С объединением участков появится место для дополнительного корпуса рядом с основным зданием.